Господин Клаус хорошо знаком дончанам, так как на протяжении 4 лет являлся консулом Германии в нашем городе. Поэтому не понаслышке знает о многих проблемах. Но за те полгода, пока его не было и на Донеччине, и в стране, многое изменилось. И это неприятно его удивило. Я вам искренне говорю, мой первый впечатление, конечно, Донец выглядит как полгода назад, когда я вернулся в Германии. Но я чувствую, что у населения большой стресс, и это, конечно, очень печально. У нас тоже стресс, потому что мы чувствуем такой стресс, и мы чувствуем, что ситуация напряженная, и задачи огромные. Значит, создать диалог, решить все такие проблемы и гарантировать стабильность. Вообще, как подчеркнул Герр Клаус, их миссия состоит из 10 человек. В нее входят профессиональные дипломаты, военные, полицейские, врачи. Они стараются посетить все города области, особенно те регионы, где конфликт носит открытое противостояние, и выработать парадигму действий для разрешения конфликта мирным путем. Городской голова, говоря о политической ситуации в крае, заметил, что для напряженности был ряд предпосылок. Последствия Майдана с одной стороны, аннексия Крыма с другой стороны. И, видимо, вот не совсем прозрачная и легитимная смена власти взволновала общество до глубины. Целый ряд обстоятельств, которые уже новая, так сказать, власть делает, они также идут не на консолидацию, а на какие-то другие процессы. На встрече была выражена мысль о том, что человеческая жизнь дороже любых политических распрей, и стороны должны идти на компромиссы ради сохранения единства государства и мира в его регионах. Николай Гиз, Станислав Савченко, Первый муниципальный.